Щелковской теплосети исполнилось 50 лет. Поздравить сотрудников с днем рождения их родной организации пришло немало гостей. И не могу этого не сделать, не сказать слова благодарности тем людям, которые стояли у истоков создания, развития предприятия, тем людям, которые возглавляли его, и всем тем, кто начинал в далекие 60-е годы работу на этом предприятии. Ваша работа очень необходима людям, ну и это мало этого сказать. Вы знаете, можно и поэтически воспеть в стихах. Вы дарите людям тепло. Предприятие было создано в октябре 1969 года. За долгие годы существования в нем сменилось немало руководителей, каждый из которых внес свой неоценимый вклад в развитие трудового процесса. За 50 лет проделана колоссальная работа. И, конечно, сотрудники организации не собираются останавливаться на достигнутом. Перспективы большие, планы тоже грандиозные. Поэтому будем работать, будем стараться, чтобы жители городского округа Щелково не оставались без горячей воды и всегда жили в комфортных условиях. Сегодня муниципальное предприятие продолжает работать. Ему постоянно передается администрации новое имущество и новая котельная, которая требует и модернизации, и налаживания их работы. На все на это способен наш коллектив. Отличившихся сотрудников в этот вечер наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. Для гостей выступили творческие коллективы с различными красочными, хореографическими и вокальными номерами. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.